Всем привет-привет! С вами канал Артмания. И поздравляю вас с Пасхой. Такой вот у меня куличик есть. Христос воскрес! Вот, желаю вам здоровья, счастья, успехов. Ну, всего того, чего вы сами себе хотите пожелать. Я не мастер такое говорить всякое. Всякие пожелания. Вот такие у меня кулички. К сожалению, в этот раз у меня тоже не получилось делать кулички вместе с вами, потому что не оказалось нужного ингредиента для моих фирменных куличей. Там есть особый ингредиент, и я была на 100% уверена, что он есть, что он у меня дома. Но, к сожалению, его не оказалось, и поэтому я делала без него. Я не стала записывать просто рецепт, это практически самый обыкновенный, и я была не уверена, что он получится без этого ингредиента. Вот, не знаю, насколько они там получились, но они, кстати, очень мягкие, очень такие ароматные, вкусные, и... Сейчас я вставлю ролик, как я их закладывала, как их там, ну, короче, чуть-чуть маленький ролик, как я делала эти куличики и также поливала, там плюс маленький такой небольшой обзорчик глазури. В этот раз у меня была другая глазурь, давай сейчас вставлю, посмотрите. Такое вот у меня тесто, такие у меня куличики, я их уже разложила, подготовила здесь вот, ну тут у меня мой хлебушек, он только что вот испекся. Мягкий. О, какой мягкий, батюшки, сегодня он у меня. Так, короче, вот я. Отправила я. Здесь вообще он немножечко получилось. Но они еще должны подняться все, по идее. Вот. Так, ну вот, смотрите. Вот они получились у меня вот такие. Чуть-чуть там подгорели, потому что отвлеклась, ушла из кухни. Слава богу, духовка выключилась сама. Вот. Такие вот они получились. У меня были пергамент, или какой-то там бумаги. Бумагу я сняла. Вот они уже такие тут поджаристые. Тут очень много изюма, как я люблю как раз. Вот они тут прям вообще такие поджаристые, классные. Вот здесь вот тоже вот он большой, смотрите. Он мягкий-мягкий, нежный-нежный. Вот. Я уже приготовила сухофрукты, ими я буду украшать. И в качестве глазури я буду использовать вот такие вот. Это и будет наш с вами еще добавок сегодня, маленький обзорчик. Вот на такую вот глазурь. Покупала я ее в Семье, магазин Семья. Это у нас магазин, как всякие порошки там продают, ну короче такое вот. И там вот я увидела глазурь. Вот здесь 50 грамм. Давайте вот я покажу ее заодно. Раз уж это у нас с вами обзорчик маленький. Здесь надо 2-3, ну где-то 3 чайные ложки горячей молока или воды добавить. Я буду добавлять воды. Вот он пакетик. Мы ее откроем. Что тут у нас? Вот. Просто белый порошочек. Ой, ванилью пахнет. Он с ванилью. Мне кажется, 3 чайные ложки будет вообще ни о чем. Хотя вот здесь он смотрится не совсем не настолько белым. Мы посмотрим, каким он будет. Как мука. На вкус как? Сейчас посмотрю. На вкус он сладкий. Как сахар и ваниль, как пудра. И ваниль, да. Так.
Успела. Так, хорошо, что у меня два. Сейчас я второй открою. Вот, смотрите, такие мы с вами сделали куличики. Ну и, конечно же, рецепта не было, но я объясню вам после этого ролика, почему. Так, ну вот они, мои красивые куличики. Здесь вот еще один. Жалко, что я его сделала в такой простенькой тарелочке. Надо было какой-нибудь вот такой же вот, как вот в той. Вот такой, смотрите, получился очень красивый. Такой, знаете, его только рисовать. И тут, кстати, даже, вот видите, растеклись немножко, цвет потек. Прикольно, мне понравилось. Вот, вот там есть. Такой, смотрите, классный. Посмотрели вы сейчас, как я делала, почему я делала именно из глазури покупной, то есть в порошке. А каждую Пасху я люблю экспериментировать с глазурью. А делаю одни и те же куличи, но глазурью люблю делать что-нибудь по-разному, что-нибудь такое выдумать, что-то свое. И в этот раз я увидела, в магазине продается глазурь. Подумала, почему бы не попробовать, заодно сделать маленький обзорчик. Я хотела купить там смесь для глазури, что ли, как-то она называется, но что-то в наших магазинах ее не было, я вот нашла только вот такую вот. Вот, сделала ее. Но она тоже, кстати, сладенькая такая, вкусненькая, хорошенькая, мне понравилась. Вот, и тоже застывает. А, они уже все, уже застыли. Вот такие красивенькие. А, вы их увидели. Конечно, должны были они получиться немножечко другими. Вот, ну, в этот раз у меня такие. А, там у меня свой фирменный рецепт, который придумала я сама, то есть его нигде нету. И хотела его с ним поделиться вместе с вами, но, к сожалению, так вот. Не знаю, либо это теперь остается на следующий год, скорее всего. Либо, не знаю, есть смысл или нет делать его в этом году уже после Пасхи. Ну, не знаю, мне кажется, наверное, нет смысла делать. Напишите мне в комментариях, как считаете вы. Хотите вы этот рецепт или нет? И так получилось, что я не смогла купить даже у нас в магазине. А, не было этого ингредиента. Ну, не было. Его уже все разобрали. То есть вот так вот. И теперь я, честно говоря, понимаю людей, которые делают куличи заранее. То есть на неделе делают, выпускают ролик. И потом делают его еще раз там перед Пасхой, например. Хотя бы там уже перед Пасхой на 100% уверен, что у тебя все ингредиенты в порядке, все они дома вместе с тобой, а у меня вот получилось так вот. Первый раз такое, никогда у меня такого не было. Ну, так вот. Вот, яйца я, кстати, тоже красила. В этом году я красила их шелухой. Первый раз, кстати, тоже не стала снимать, потому что не знала, получится у меня, не получится. Вообще, как это все делается. Обычно я красила красителем всегда. Но в этот раз я подумала, не хочу красителем. Тем более яйца будет есть мой ребенок, весь перепачкается, пока будет чистить. Думаю, это химия всякая лишняя, красители. Не стала. Вот, они тоже там чуть-чуть. Я на них смотрю. Вон там они лежат. Вот, ну, они такие светленькие получились. Потом вам покажу. Вот. Ну, обычные яйца. Как будто белые, но не красные. Вернее, не белые, как будто. Такие. У меня мало было очень шелухи. А туда надо больше, оказывается. Я вас поздравила. Одела вот сегодня кофточку такую вот в ней, по-моему, не помню, я была или не была. Тут такие вот плечики. Такая красивенькая. Волосы распустила. Ну, в принципе, вы меня видите и так почти каждый день. Вот, только не накрасилась. Честно, уже сил нету. Пока с этим еще хлеб. Я сегодня, кстати, да, еще хлеб пекла.
Сначала хлеб испекла, потом эти куличи, там, пока их испекла, потом побежал ребенок, проснулся. Ребенок проснулся, тут пока Гань бегал туда-сюда, у меня куличи чуть не сгорели. Там, пока там это спать уложила, пока куличи остыли, быстренько там эту глазурь там туда-сюда. Ай, вот только сейчас села. Села, сейчас пойду монтировать и выкладывать. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно свои. Смотрите другие ролики, влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем. Обзоры на технику, на продукты. Еще очень-очень много всего интересного у нас будет. А на продукты у нас выходят ролики через день. То есть они выходят, они будут так выходить пока что. Вот. Короче, ладно, там всего много. Живопись там, короче, куча всего. Ладно, всем пока-пока. С вами был канал Art Mania. Лайки обязательно ставьте. Лайки, лайки, лайки обязательно.